I have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет-привет! Я здорово! Сегодня мы в Handyman. У нас тут льет дождик, но мы квадратные, нам пофиг, поэтому будем смотреть. Я чайник, мне все равно. Вот, собственно, тот самый вертолет. Как до него добраться, никто, наверное, в жизни не знает, потому что он там висит из начала времен. Нет, ну можно, конечно, на мельнице попробовать. Да-да-да-да-да, на мельницу лезем. Тот самый момент, когда получил пощечину. Нет, можно, конечно, построить Вавилонскую башню. Кстати, руки надо... Оп-оп, руки повытаскивать. За мельницу можно хвататься. Это пройденный этап, это мы уже пробовали. Так, я нашел, как богать себя. Схватись, пожалуйста. Я на тележке могу кататься. Катайся, на здоровье. Блин, дождь прям, это такая погода, оно все прям по камере. Ай! До вертолета вы не доберетесь? Да, я не знаю, может быть, что-то построить как-то, я даже не знаю. Да, ребят, так, насчет контроля, L1, R1, бла-бла-бла, маус, ретракт, это мы знаем. Рэгдал, чё? Точно. А как прыгать? Соберись, тряпка. О. Спасибо. Нет, вот так вот, когда идешь с руками вперед, это очень похоже на тирана из Resident Evil. Такой тыч-тыч-тыч-тыч-тыч. А мне на зомби больше такой, это самый. Слушай, тут рыбачить можно. Ты видел? Нет. Я здесь первый раз. Нет, может, ты уже тут просто походил, пока... Вот, берешь удочку. Опа! Я, подожди. Вот. Так, на правую кнопку мыши, да? Конечно. Блин, кидаешь просто удочку, ждешь, пока она не... Ну это мы можем. Смотри, до воды она чисто технически достает. Да-да-да, так что все нормально. Так, погоди, а... Как ты начал рыбачить? Ну, как сказать? Ну, словами можно. Я кинул удочку на плато. Нет, тут я до этого как-то сел и... Ой, блин, я поплыл. Все, спасибо. Да я на С нажал просто. А, С, серьезно? Блин, да. Ясно, понятно. Отпусти меня! Предлагаю угнать. Ты умеешь этим управлять? Давай, удачи. А чё, впервые что ли учиться? Ну, давай, давай, вперед. Так. А я вертолёт нашёл. Реверс. Это ты летишь? Ага. Так, садись. Это наш контент на сегодня... Ой, блин. Я на корточках. Да-да-да. Неплохо. Так, ладно, еще одну удочку выкидываем. Сядь, пожалуйста. Ты где? О, у вас тут... Я вниз лечу, я тут. Я вниз лечу. Вот это вот опускание... Так, ну вьетнамские флешбеки можно шловить, да? На зеленом вертолете святые печенюшки. Сколько у нас тут людей? Тут вообще этот бекон волосы, это хакер. Да? Да, он левитирует просто так. Тоби Бобстер, который? Ага. Слушай, а можно высадить на тот вертолет? Не знаю. Хорошо. Так, все, тематическую музыку я себе включил. Так, поворачивай. Я даже боюсь спрашивать, что это за музыка. Вьетнамская. Саня, давай. Я думал, этот полет Валькирии. Нет. А я могу винты закусить нам? Кстати, хороший вопрос. Не, нельзя. Я только внесу посему. Да, я тоже, я, короче, улетел. На, утешительный приз. Спасибо. О, кстати, хочешь настоящий челлендж? Идем. Давай. Куда? Что? Да-да-да. Я к Санте. Давай, сам ты, Санта. Скалодром. Да, вот я тебе про него же. Прикинь, туда забраться. А чё, полезли? Я в прошлый раз, у меня не получилось.
Штурмовой альпинизм, поехали. Жалко, тут бегать нельзя, серьезно. Вот именно успеваю. Потому, что ты идешь таким медленным шагом, это придает гораздо больше ужаса тому, как ты двигаешься. Ой, тут еще один вертолет. Стараюсь руки вперед вытянуть оба. А, сейчас залезем. Серьезно? Я залез на сани сам. Ну давай, поехали. Так, сейчас, ну подожди, надо научиться. Чем тут управлять? Так, я думаю, что джойстик. Я узнал Тасанту на самом деле, я залез на его сани. А почему? По-моему, его уже это самое. Нет, погоди. Вот это вот можно... Up и down? Это я понял. А вот тут... Отцепись. Спасибо. Вы где? Мы на скалодроме. Вы знаете то, что тот вертолет не работает? Уже, да, уже догадались. А я потерял вертолет. У меня персы. А как подтянуться? А, я на пробел. Понял. Давай, ты ЦСН ФСБшник, лезь. Правую руку отпусти. Так я же как раз ими по очереди перебираю. У меня перс ФСБшника не лезет. Ты как так быстро лезешь? Кот, делись секретами мироздания. Надо уметь. Ладно. О, я понял, как это делается. Нет, не отпускай. Так, а что я сейчас отцепил? А, вот это. Какую конечность я сейчас отцепил? Я наконец-то... Движение не чувствую. Как вы лезете наверх так быстро? Умеем. Я просто по паре сантиметров. Поднимаюсь. Я такими темпами залезу сюда к китайской Пасхе. Привет. Здорово, как так-то, а? Пока. Не понял. Вы типа по очереди ими без конца перебираете? Ага. Ну да. Фишка в том, что тебе не надо цепляться за кубики, ты просто вцепляешься в стену и лезешь. Стену цепляешь и лезу. Я наконец-то понял, как это делается. В прошлый раз я это не осилил. А оказывается, очень легко. Просто пробел не отпускаешь, и у тебя все хорошо в жизни. Он кто-то отвалился. И это я. Оп. Блин, я вертолет потерял. Ну, короче, смотрите, есть же вот такая механика залазения. Почему во всех AAA проектах у тебя QTE-шки для того, чтобы залезть? Почему не сделать вот такое вот? Это же гораздо интереснее, чем QTE-шки. Пойду машину возьму, приеду к вам. Нет! Да! У меня перс отцепился почему-то. Ну круто. Я не могу до конца наверх залезть. Я ладно, я тоже упал. Хорошо. Я потому что руку убрал, она у меня типа ап и все. Слушай, тут есть шахта, тут можно выращивать овощи, тут можно делать на самом деле все что угодно. Так что... Это мне туда, я на грядку. Пойдем еще. Напомни, где тут грядки, слушай. На ферме. Спасибо, Карл. Ладно. Пойдем. Кстати, я не помню, банк был? Да, всегда. Я просто его не запомнил. Погоди, с прошлого нет, раза. Его добавили в этом апдейте. Вот, я же говорю, что, ну, это что-то новенькое. Так, куда да, мы можем... Да, я взял вертолет. Давай, удачи. Слушай, тут корова с мечом ходит. Ну, это ты так. Ник прочитал, я думаю, откуда инфа. Так, ща, подожди, я древний воин. Я в этом разбираюсь. Кстати, был... Если можно, может попытаться найти был режим про средневековье, прям такой классный. Блин, а как махать? Пробелом? Нет. Я сейчас нажму, я его отпущу, да? То есть получается... Да. Подожди. Да, ему надо просто махать. Во! Как? Во, вот так? Нам... Мне нужен черный световой меч. Нормально. Черный световой меч? Да. Ты не знал о его существовании? Это какая-то темная реликвия? Нет, это этих мандалорцев. Я а как его включить? Да, он как-то включается. А попробуй, ну, нажать на кнопку, наверное, вряд ли, да? Он отпадает. Ага. А попробуйте на EQ. Погоди, на какую кнопку? Чё ты нажал?
На кью. Это то, которое руку убирает, оно включает меч. Неплохо. Такой присел в щит искать. Это от первого лица прям классно выглядит. Да. Мы так с друганом в Гаррис Моде сражались. Там именно не обязательно бить, чтобы наносить урон. Там типа лезвие клинка само по себе наносит его. Так, это... Вот это, вот так. Ой, кстати, дождь закончился, наконец-то. А вы где? А мы тут. Я вас найду. Да, вот сразу угрозы, а? Там Сани, Сан, ты слушай. Нам нужен вертолет. Я иду. Давай, тыркай сюда. Зачем мне меч? Я забираю диван. Тут можно забрать все. Пойдем к елке, пока он долетит, 3 года пройдет. Я хочу на Сани забраться, пойдем. Диван идет с нами. Блин. Фраза «при пожаре выносить вместе с диваном» обретает другие формы. Первый раз слышу. Ну, там, знаешь, когда ложишься такой, удобно устроился, и, короче, все, при пожаре выносить вместе с диваном. А? Ну, сядь, ты штырыш-тыш. Ну, почему нельзя людей забирать? Человек, мне он не нравится. Я пошел бы искать подвал. Я иду. Слушай, а где была эта игра, где можно было схватить кого угодно? Как? Кстати, да, можно будет в нее тоже потом можно поиграть. Можно в нее, я там... Чувак такой, вниз! Да, вниз. Святой вертолет, спустись! Я не люблю людей, которые сажаются на вертолет. Так, тут яблоня. Я думал, что это шарики красные, это яблоки. Ну ты сегодня спустишься или где? Я хочу на Сани посмотреть. Иду. Не один ты заметил, яблоки. Я думал, что это шарики. Ох, блин, ты что, пошел за яблоком? Что с тобой? Кстати, если я правильно помню, яблоки можно сорвать. Залази. Бегу. Ну вот я и пытаюсь. По-моему, у меня это даже когда-то получалось, их даже можно потом съесть. Тут прям тема. На елке нельзя яблоки брать. Это не на елке, это на яблоне. Не на елке. Так, ты на Сани полетишь, нет? А, Нилс, давай быстрее. У тебя я же крылья. Бегу. Блин, за тобой нуб. Нет. Да не, он с подарками развлекается, так должно быть. Нет! Это... Да. Ты тут. Тут. Все, валим. Так, просто наверх. Ничего не тыкай. Отпусти кнопку, да. Нажми наверх и отпусти эту фигню. А то, что за ковер самолет. Видел там наверху эту фигню? Да. Вон ту. Не. Где? Вон, посмотри с моей камеры. Я вижу. Нам туда. Мои. Вот сначала с моей камеры он-то может посмотреть, а вот я нет. А, нет, ну, у него-то рычаги управления, так что я ладно. Тоже вижу всякую фигню. Давай сначала к санкам поднимемся, глянем, потом полетим, посмотрим, что там. Блин. Смотрите, вон вдалеке статуя тому, кто прожил всю жизнь без девушки. У него рука вместо головы. А, это великий маг и волшебник, да, знаем такого. Да-да-да. Кстати, тут насчет рук. Да, вы видите оленей? Ага. Ну. Если смотрю от третьего лица, вижу одного. Спасибо. Я про себя, если что. Тут это рука Санта и рука олени. И... Палки. Да-да-да. Наша воздушная экскурсия... Ты уверен? Нет! Заканчивай! Зачем? Кто это? Кто выключил двигатель? А, нет! Нет! Стой! Нет! Вот так вот мы и теряем вертолеты. Стой! Теперь все подарки будут моими. Ты в санках, что ли? Да. Слушай, у меня есть стратегический план. Спрыгни на вертолет с парашютом. Он не, он не допрыгнет. Не прыгай, не прыгай. Я вертолёт потерял. Слушай,
Может, тебе демонстрацию экрана включить? Ты можешь записать этот кусок? Конечно, сейчас я ОБС найду. Давай. Я бы потом не против глянуть на эту дичь со стороны. Нужно найти еще один вертолет. Да тут больше нету. Это был последний вертолет, который можно было использовать. Так они же должны спавниться, не? Ну, не, ну кто-то же должен был учесть, что он когда-то улетит в стратосферу и... Возможно, он примерно на моем уровне сейчас летит. Помаши ему рукой. Так, а почему тот вертолет не работает возле скалодрома? Что с ним не так? Так. Драйв. Я машинист. Драйв. Взял коробку передач, переключил в драйв, поехал. Что там с тобой произошло? Я внизу теперь. Блин. Я на машине еду. А у меня рука... Не поднялась. Так как я задумал... Так, нет, за это можно схватиться, погоди. Мы это уже проходили. Я думал, за это могут забанить, ну ладно. Та ну... Лучше не спрашивай. Офигеть! Я тут такое нашивал. Гоночные машинки. Ну, короче, рука цепляется, но... Эх, ладно, пофиг. Он был сломали. Отпусти меня! Либо частота кадров моих совпадает вместе с частотой оборотов в секунду, либо... И познаешь же фишку, когда количество FPS совпадает с количеством оборотов в секунду, типа лопасти не двигаются. Ой, что я сделал? Помогите! Ты зацепился? О. Да. Нет, я возле ёлки. Я его съел. Да. Есть! Яблочко сорвано. Так, Его уронил, по-моему. Да, я знаю, я его бросил. Просто, помогите. Это кидок. Я возле ёлки, я помогите. Съел. Что ты там делаешь? Да я упал. О, встал. А, у тебя рэгдолл отключился? Ну-ка. Бэ. Поговори с его другом на спине пока что, да. Так. Слушайте, у меня есть идея, везите меня. Смех смехом, а где вертолет кверху мехом? Ать. Надо поле притопить. Кто вообще? Что? Откуда ты это взял? Что это за отрыжка 2017-го? Блин, какого года вообще эта штука? Понятия не имею. Автомат, очень давно. Автомат с Roblox колой. У меня просто такой вопрос. Ну? Засвагнится ли вертолеты? Посмотрите наверх, наш вертолет все еще летит. Так вот, мне кажется, что когда он долетит до, грубо говоря, конца карты, может он заспавнится. Ой, вот это наркомания. Просто... Хорошо, что тут кроме вертушки и банка добавили? Гоночные машинки. Пойдем, где они? Иди за мной. Они вон там. Я так понял, кот у нас тут вообще профи во всем. Кот у нас, это же прям вот человек, рожденный в Роблоксе, так что он тут все знает в принципе по дефолту. Ой, осознал. Подожди, я сейчас я себе табличку получше выберу. Так. Я хочу почитать таблички. О! Погоди. В какую сторону он указывает, я понял. В одной РФРП было, короче, этот самый вот, табличка. Вот, чувак. Что? В одной РФРП было, короче, табличка суетолог. Суетолог? Да, типа суетолог. Её можно было на местном рынке купить, там, по-моему, баксов за 50. Рублей, это мы сейчас короче. Говорим про все вот эти клоны Сан-Андреаса, которые... Да. Ой, а в это реально люди играли? Да. Ого. Я никогда не думал, что это реально. Я думал, что их типа создают, но это чисто по фану. Ну, то есть... Ладно. Я в одной РФ...
Я в одной РФРП CSO, CSN, ФСБ. Правда, я уже в отпуске недели так на 4 дольше, чем... Погоди, а это прям... И что тебе дает эта должность? Ну, по сути, служебный транспорт, разрешение на оружие по дефолту, то есть его не нужно получать. Стой, ты хочешь сказать, что в GTA-шке ты не можешь просто взять машины, просто взять оружие? Там нет. Там, если у тебя есть оружие, и тебя на этом самом полицейские примут, и у тебя не будет лицензии, тебя задержат. Ну, поскольку ты сам полицейский, поэтому тебе пофиг. Да, но у меня уже изначально есть в инвентаре, я могу просто паспорт показать. Ой, работает прям как в реальной жизни, да? Стой, я хочу тебя покатать. Ну так схвати качели, отойди. Только качель схвати, а не что-то другое. Катай! Уу! Да! Я сюда пришел покататься. Вертолет больше не за свободу. А где он должен был быть? Тут как раз три качельки, ребят. Давайте, садитесь. Так, если меня сейчас блеванет, то вы будете сами виноваты. Что за колбаса, блин, новогодняя? Оу, фух. Я так хочу посмотреть на тот ковер-самолет. Слушайте, а пляжный волейбол здесь был посреди снега? Нормально, так и должно быть. Нет, а как мячиком-то играть? Его же нужно как-то ударить. Я предполагаю. Прикинь. Да, именно вот так. Просто кидаешь? Просто на Е, да. Да, прикольно. Но при этом у тебя рука виснет. Я могу мороженое есть. Нет, не виснет. О! Звук слышно! Держите. Оно теперь в песке. Да. Не, я думаю, спасибо. Оно приклеилось к песку. Тот самый случай, когда мороженое приморозилось, но не к твоему языку, а к песку. Ой, какой же бред. Ой, тут есть вилы. А где факел? Где можно восстание поднять? Подождите. Мне нужен Геральт. Из Ривии? Иди в Ривию. Из Рыблии. Рыблии. О! Я знаю, типа, этот самый начало первого Ведьмака, где его на вилы насадили. Я не знаю. Ну, короче, его на вилы насадили. Так, веничек. Будь Геральтом из Рыбли. Рыблия там, возле моря, возле речки, в смысле, там. Ну, типа, есть такой мем, что вот без конца же неправильно называют, и он то Гервант из Рыблии, то еще что-нибудь. Я вообще, кстати, вот вселенная Ведьмака вообще мимо меня прошла, поэтому я вообще без понятия, что там происходит. Кратко просмотрю. Напитки. Огнемет. Серьезно? Маленький мальчик нашел огнемет. Подожди. Я везде найду огнемет. А оно работает? Понятия не имею. Нажми на Q, на I там что-нибудь. Он его просто роняет. Блин, жаль. Ну, было бы круто, если бы он работал. Было бы прям очень хорошо. А я уже музыку включил. Круто. Класснецким. Самые догадливые догадаются. Чему? Какая это музыка и к чему это? С огнеметом музыка, ну я думаю, да, есть немножечко. Я тебя порежу. Блин, а когда это в Мандалорце был черный? А, это вот этот. Нет, стой. Да я же смотрел сериал по Мандалорцу. Оба сезона. Не, какой-то может, не в самом Мандалорце, но это именно разработка Мандалорцев «Черный меч». Я думал, что их разработка — это бескийская сталь вот эта. Это ой. Тоже. Ну все, подлец. Так, генерал Кеноби, блин. У меня есть что помощнее. Блин... Где этот мемчик человек был? Что самые американские вы видели за сегодня, когда чувак в двух руках держит две винтовки и в двух ногах держит два пистолета?
Вот то же самое с мечами у тебя сейчас. А вертолет все еще не распланился. Уже ночь наступила. Кстати, да. Ладно, ребят, поскольку ночь, поэтому, наверное, я думаю, что пора бы заканчивать. Поэтому спасибо, что были с нами. Две светящиеся палочки. Ого, ты принес. Давай, освети нам, пожалуйста, финал серии. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек. И всем пока. Человек, который провалил ноябрь. Всем пока. Пока.